Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 3 марта 2022 года. И наша красавица, крошечная доченька Юлечки, зарезервирована, другими словами, продана и едет жить к выпускнице нашего питомника. Угадайте, кому? Пока вы думаете и догадываетесь, я быстренько скажу о том, как попросила ее мамочка ее назвать. Ее зовут Таис, не Тася, не как-то по-другому, а именно Таис, как героиню известного писателя, да, и исторический персонаж. Надо будет, конечно, для меня уже придумать какой-нибудь имя для документов, Таис, как-нибудь там, Little Baby или что-то в этом плане, потому что в помете от ТЭС и министра у нас Таис была. И малышку мамочка попросила звать вот именно Таис, чтобы привыкала малышка, чтобы привыкала мамочка. Так как едет малышка к нашей красотке, выпускнице нашего питомника Мелефисенте, которую мы с вами привыкли звать Маркиза. В Москву малышка наша поедет после того, как она будет привита, чипирована, пройдет все карантинчики. И вот эта крошечка будет подружкой нашей Маркизочки, которую мамочка уже привыкла звать Маркиза. Хотели они ее звать по-другому, по документам мы ее назвали, как хотели родители. Но, говорит, настолько уже привыкла слышать, как вы ее называете, Маркиза, Маркиза, что, говорит, дома пыталась переименовать, и так вот и не прижилось другое имя. Поэтому, говорит, пожалуйста, вот эту малышку зовите сразу Таис, Таис, Таис. Хорошо, дорогие друзья, мы с вами теперь знаем, что у нас малышка не Тиффани, не кто-нибудь, а настоящая красавица Таис. Значит, у нас в нашем питомнике на одного щеночка в меньше остается свободных деток к резерву. И теперь у нас готовых к продаже 6 щенков чихуа. Это 3 девочки и 3 мальчика полностью готовых к продаже. И 6 щенков чихуа остаются свободны к резерву. Это малыши, рожденные в 2022 году, январь-февраль, которые еще только подрастают и ждут своих первых прививочек, получения документиков, и только после этого могут уезжать в новые семьи. Ну, а нашей красавице Таис пожелаем, ну, что мы ей пожелаем? Все-таки подрасти до отъезда, хоть немножечко, увеличиться в размере, иначе она с маркизкой не справится. Маркизка боевая, а едет она именно потому, что надо подружку маркизочке. Маркизочка подросла, поправилась и весит аж 1 килограмм 580 грамм. Так что, Таис, давай догоняй, тебе есть к чему стремиться. То, что это надежные ручки, лучшие не придумаешь и не пожелаешь, я в этом уверена. А также, Таис, тебе повезло, ты от сестренки Маркизы будешь донашивать те самые костюмчики, которые мы вязали для Маркизочки, из которых она выросла. Вот теперь у нас наследница, скажем так, растет, которая может по наследству от старшей сестры принять такие красивые вещички. Так как девчонки у нас сестренки, потому что у Маркизочки папа тоже прянюшка. И у нашей Таис папа тоже прянюшка. Значит, это сестренки по папиной линии. Вот такие вот красотки будут жить теперь в Москве вместе, в одной семье, дружить. И с сегодняшнего дня Таис снята с резерва, поступает в резерв, снята с продажи. Спешите, дорогие друзья, приобрести щенков еще по старым ценам, через месяц с повышением цен на корма и приобретением новых кормов цены на щенков мы тоже будем повышать. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Маркизочке передает
Таис. Привет, говорит, сестренка, я к тебе скоро приеду, вот-вот подрасту и сразу к тебе. Вот такие мы, вот такие мы по размеру, да. Лопушонки. Кушаем хорошо. Да, мы с Козей толстенькие. Во какие толстенькие. Мамочке передаем привет, привет. Мы растем, растем, скажи. Отлично кушаем, играем с братиками, подсасываем маму. И уже даже нашли новую семью. Все, дорогие друзья, до следующих видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.